Депутат Горсовета Николай Будуев рассказал Путину о зарплате мэра Улан-Удэ. Встреча президента России с журналистами состоялась на медиафоруме, проходящем сейчас в Санкт-Петербурге. Николай Будуев обратил внимание Путина на то, что зарплата Галкова за последние два года выросла в два раза и составляет 420 тысяч рублей. Невозможно себе представить, когда не индексируются выплаты в социальной сфере, а при этом зарплата чиновников резко повышается. Такого, конечно, быть не должно, ответил Владимир Путин. Между тем, ОНФ внес Бурятию в список опасных для журналистов регионов. Наша республика в лидерах и по количеству нарушений прав журналистов, и уровню опасности. Как отметила глава Центра правовой поддержки журналистов Наталья Костенко, власти регионов должны обратить на это внимание. Сегодня умер основатель и первый солист группы «А-студия» Батырхан Шукенов. О трагическом событии сообщил продюсер Александр Семин в своем инстаграме. Сегодня на 53-м году жизни от инфаркта умер мой друг. Соболезнования выразила нынешняя солистка Кэти Топурия и другие деятели шоу-бизнеса.